26 февраля 1945 года. В течение 26 февраля на Земландском полуострове северо-западнее Кёнигсберга наши войска успешно отбивали атаки пехоты и танков противника. Юго-западнее Кёнигсберга они с боем заняли 5 населенных пунктов. В районе Бреслау продолжались бои по уничтожению окруженной группировки противника, в ходе которых наши войска заняли 15 кварталов. За 26 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 66 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 6 самолетов противника.